Я помню, вот после ретрита тоже меня спрашивали, а где начинается випассана? Что такое випассана? Где именно начало випассана? Вот такой вопрос задавали. Я помню. Вот Будда говорит, есть сапта висудди. Сапта висудди – это значит семь осещения, семь видов осещения. Да, вот. Как раз через это немного можно объяснить, как випассана начинает, или где именно понимание випассана начинается. Допустим, первое осещение – это есть сила висудди. Сила висудди – это значит, когда у человека есть нравственность, когда он сам себе, когда он сам себя не критикует, не обсуждает, когда человек доволен собой, а у него появляется такое осущение. Да? А вот это говорит сила висудди. Поэтому Будда предлагает начинать практика от нравственности. Не делать зло, так все это, делать добро. Это оба нравственность человека. Развивает нравственность человека. Вот еще для чего нам нужна нравственность, да, в первую очередь понятно, да, это не переживать. Когда у человека нет переживаний, сожалений, да, а у него в уме появляется покой, гармония. А эта гармония человеку помогает развивать собранность ума. Собранность ума – это значит, в уме есть разные благие качества. Как одна направленность, да, как концентрация, радость и так далее. Разные качества. Если мы можем их балансировать, контролировать, да, какой-то уровень развивать, вот это мы говорим собранность ума. Либо мы говорим, это есть самадхи. Да. Но у любого человека в уме вот, одна направленность или концентрация, какой-то уровень обязательно есть. Если его очень низкий уровень, он сумасшедший. Он не может понимать, он где, что делает, он кто, что надевал, что кусать. Вот, он все это, как это говорит, он не обращает. А когда еще немного-немного мы потеряем осознанность, да, мы понимаем. Вот иногда вы видите, да, ну, люди говорят сам собой. Да, это тоже безосознанность. Но когда оно еще какой-то высокий уровень, да, люди начинают сам собой говорить, но идет и звук. Это значит, у него еще низкий уровень. Да, но он не с ума сошел, если с ними разговаривать, он раз придет себе, он этого потеряет, он нормальный человек. Это значит, осознанность мало. Осознанность мало. Но когда у человека очень высокий уровень концентрации, собранность, а он может увидеть свои мысли. Увидеть свои мысли, наблюдать свои мысли, в уме есть очень высокий уровень покоя, радость, он довольный, он радостный. На самом деле не радость, это восторг у него появляется. Поэтому вот это есть второй уровень освещения. Второй уровень освещения. Да? Ну, конечно, еще идет дальше. Вот после этого как раз человек может встретиться випассаной. Випассаной. А может быть, вот допустим, да, человек не полностью практикует нравственность. Это значит, нету такого понимания, нравственность полностью практиковал, сейчас я должен сидеть медитацию. Нету такого, они вместе можно практиковать. Допустим, да, если человек сидит, медитирует, практикует, у него все равно нравственность и развивается.
Без нравственности он не может развивать свой ум. Ему придется оставить зло. Без этого он не может практиковать. Но если у него он долго практиковал нравственность, ему легко практиковать медитацию. А так же, вот концентрация ума или собранность ума, да, оно поддерживает нравственность. Поддерживает нравственность. Так же, допустим, випассана. Випассана – это развитие мудрости. Развитие мудрости. Оно помогает поддерживать нравственность и концентрация. Поэтому не надо понимать, после одного надо начинать другого. Да, мы это всего можно вместе практиковать. Это обязательно. А вот когда следующее освещение ума, это есть дитти-висудди. Дитти-висудди. Вот как раз можно сказать, от этого можно начинать випассану. Как раз я хотел вам объяснить сегодня, что такое дитти-висудди. Да? Ну и что именно здесь происходит. Дитти-висудди, это говорит, по-другому еще говорят, нама-рупа паричеда джнана. Когда у человека есть, это пали, пали, нама-рупа паричеда джнана, это значит, когда человек может отличать свой ум и тело. Это есть первый випассана джнана. Это есть первый випассана джнана. Поэтому вот здесь еще учителя говорят, не надо спросить, говорят, мы должны очень хорошо увидеть, тело это один, ум это другой. Вначале как мы его увидим? Вместе. Мы как будто все вместе видим. Начинаем видеть себя в теле. В теле мы видим свои ощущения, свой ум. Тогда у человека очень неспокойный ум. Потому что вот каждое мышление ему полностью влияет на тело. Он каждое страдание он видит у себя в теле. Ему очень большое страдание, можно сказать. А вот как нам развивать, как нам увидеть, или как нам развивать мудрость, чтобы увидеть, что здесь тело и ум – это два. Это не один. Это два разные вещи. А? Как нам этого увидеть? Медитация. Да. Но медитация, но когда мы говорим, медитация бывает разные виды. Допустим, один медитация можно наблюдать просто. Да. А медитация – это когда мы отключаем ум, правильно? Нет. Нет. Это какое-то ошибочное просто понимание. Люди думают, да, вот отключился от мира. Это медитация. На самом деле нет. Медитация – это когда вы развиваете в уме благие качества, какой-то высокий уровень. Это значит, ум станет более активный, наблюдательный, мудрый. И он все замечает. Его чувствительность развивается. Он видит его негативные качества. Он его убирает. Это ну, немного похоже на йогу. Но йогу для ума. Да? Когда человек йогу практикует, да, он хочет какие-то, ну, ум, тело было здоровье, да, и гибко, красиво и так далее. Но на самом деле, вот в Индии, когда йога, там практиковали аскеты, у них была цель, это мокша, ну, освобождение. Мокша и ниббана, они немного отличаются, но у них была цель мокша. Теперь этот мокша ушел, йога стала зарядку. На самом деле, немного похоже медитация. Медитация – это когда мы развиваем благие качества в теле, благие качества в уме.
как я и сказал. Ну, там отключения нету. Отключения нет, освобождение есть. Это конечный сил. Концентрируем ум на чем-то хорошем, правильно? Есть разные виды медитации. Допустим, есть наблюдение, концентрация развивать, и есть медитация, которая развивает мудрость. Вот как раз випассана – это медитация, которой мы развиваем мудрость. Есть медитация, которой мы развиваем концентрация, собранность, и чтобы вот это вот и сказал вот и второе освещение ума. Это в уме не было согрешение, всякие жадность, гнев, ненависть и так далее. Когда и эти согрешения в уме нет, ум чистый. Но ум в любой момент может стать грязным. Поэтому надо мудрость развивать, чтобы в ум не согрешнялось. Да? Для этого нам нужно випассана. Для этого нам нужно випассана. Вот випассана вот как раз описывают. И здесь именно, когда человек видит свое тело и ум как два, он когда отличается, вот и здесь можно сказать, это есть первое видение у человека, правильное видение. Да? Ну вот и для этого, ну, конечно, нужно сидеть, медитировать, в уме была гармония, покой, да? Но и здесь еще вы можете наблюдать себе, свое тело, как Будда предлагает. Наблюдать тело как тело. Или не, иногда переводится тело в теле. Я не знаю, как, что вы больше чувствуете. Тело как тело или тело в теле. Но оба понятия мои. Мы должны тело воспринимать как тело, не как я. Да? А тогда вот человек, если наблюдает, развивает, у него появляется понимание, да, и здесь есть тело, и здесь есть ум. Допустим, если человек это во время медитации, да, он может как будто... Ну, мы обычно как видим себя? Мы видим изнутри. Мы изнутри вот так видим себя. А вот когда развивает ум, он может потом издалека как будто видеть себя, как сидит тело. Да, его можно вокруг и наблюдать, со стороны, и смотрит. Да, его воспринимает, его ощущения, его мысли. Да, видит, это не принадлежит телу, это другое. Вот этого понимания у него отличается, разделяется. А тогда у человека ум сейчас не в том уровне, который раньше был, а в другом уровне, потому что он отличает свое тело и ум. Ум – это есть ощущение, восприятие, да, санкара или формация ума и сам сознание. Да, вот это есть сознание или ум. Да. А он отличается от этого. Для этого еще Будда предлагает. Все Будда предлагает. Мы можем размышлять над телом. Это не просто наблюдение. Вы можете размышлять. Это любое время. Это просто можно во время медитации размышлять. Либо просто другое время. Когда вы наблюдаете себе, вы можете размышлять. Как размышлять над телом? И чтобы воспринимать тело, это тело. Вот. Я вам предлагаю, можно задавать некоторые вопросы. И сам найти ответ. Вот. Можно думать, да, кто его создал. Ну, логично надо думать. Логично просто. Кто создатель его? Родители ли? Откуда вот он появился? Хорошенько подумает. А как он вырос? Каким образом он стал таким?
Да? Благодаря чему? И что есть внутри тела? Внутри тела, если где-то вот я, вы можете об этом думать. Если хотите, я могу рассказать немного, как думать. Давайте мы тогда как беседа, разговариваем. Потому что если есть какое-то сомнение, задавайте вопрос, обсуждаем. Допустим, да, тело во сне, животы матери, как клетка маленькая, правильно? Она была очень-очень маленькая, и как будто нам ее не видно было. Не видно было. И после этого, немного когда вырос, вот тогда только появились глаз, ухо, нос и всегда тело. Вот буддистами я описываю, причина один, чтобы возникновение вот этого, как это говорит, клетка маленькая, это на сами наши желания и жадности. Ну, если вы будете изучать себя, вы можете изучать у вас и вот это желание или жадность очень тонком уровне. Это значит, допустим, да, у любого человека есть жадность видеть, еще слушать, еще понухать, еще существовать. Когда человек умирает, но его вот этот глаз умирает, но внутреннее желание видеть остается. И он не может отпускать мир. Он еще хочет увидеть. Поэтому вот глаз умирает, усы через глаз не видно. Но ум и смотрит. Понимаете, о чем я говорю? Да, ему нужно продолжение. Вот ухо умирает, но слушать надо. Это как будто мы спим, но все равно мы видим, слушаем. Да? Это в каком-то другом уровне. Вот поэтому нас этого камма, нас это невежество, нас эта жадность был одним причиной возникновения вот этого клетка. Это я говорю, как учение объясняет. Вам, конечно, этого разу непонятно. Поэтому здесь пока его понимать, его можно отложить. Потому что это как будто усы, как будто это не наши, как это, понимание усы. Да? Но надо, то это надо объяснить, потому что так вы можете подумать, откуда он появился, эта клетка. Да? Поэтому, говорит, вот эта клетка, у него, вот там есть как раз все, что необходимо, появится глаз, ухо, а в этом клетке есть. Это еще как материально и еще вот как ментально. Потому что вот ум усы соединился, в уме есть желание видеть. Поэтому ум все равно создает глаз. Для ума нужно это слушать, поэтому ум все равно создает ухо. Но какой у него карма, такой и будет глаз и ухо, нос и тело. А для этого зависит как. Ну ладно, это оставим. А после этого, вот посмотрите, что, как он вырос. Он вырос благодаря еде матери. Да, мама кушает, эта еда идет через кровь и питается эта клетка. И потихоньку вырос. Да? А потом мы родились, после рождения тоже мы начинали кушать еды, пить всякие напитки, воду. Да? Поэтому буддистами описывают, вот один из главных причин телу – это есть еда. Это есть еда. Но другие причины были, это вот невежество, карма,
потому что мы думали, это хорошо существовали, хорошо родиться, хорошо продался сансар. И это была наша невежество. Наше желание, жадность видеть, слушать, это было наше желание, которое было причиной родиться. И была карма. Это все вместе была причина. Но вот этого, после этого, нам другие причины на самом деле видны. Это еда. Это была еда. Вот поэтому еда и тело, это один или два. Это один. Это один. Вот человеку, если нужно правильное воззрение, он в первую очередь надо очень хорошо видеть у себя, да, еды. Потому что благодаря еде появилось тело. Вы можете логично просто думать. Допустим, есть чай, да? Это есть чай. Мы понимаем, да, это не я, это не мое, да, это просто чай. Я его пью, да, чай станет я. Как это? Да, допустим, да, я взял банана, кусал банана, был банана, банан стал я. Как это? Просто надо думать. Просто надо думать, тогда мы понимаем, тело – это часть земли. Это есть кусочек земли. Кусочек земли. Мы, что у нас в теле, это что мы взяли от земли. В конце концов, нам придется оставить землю. Мы не можем его взять с собой. Понимаете, да? Тогда вот этого... Я, кто думает, это тело, это я, а кто это? Это сам тело думает? Ум думает. Ум думает. Это не тело, тело не понимает ничего. Ничего не понимает. Допустим, да, мы сидим, сейчас разговариваем, это как будто тело сидит, да? А если, допустим, человек потеряет сознание, что будет? Просто падает. А после этого, допустим, все другие люди, которые сидят в зале, могут ли его так, как это, составить тело, сидит? Нет, тело больше не сидит. Посмотрите, да? Вот наша каждая клетка, там есть какое-то управление умом. Его управляет. Но это другое, это не тело. Тело здесь сам, как кукол. Да? Или как Роберт, наверное, не знаю. Да? С ним управляет он. Он говорит, давай чай пьем. И он идет чай. Чай делает и пьет. И радует. Да? А на самом деле радует, это ум, не тело. Не тело. Допустим, да, вот были время, да, вот во время пандемии люди потеряли обоняние и вкуса. А после этого, как это, и что мы кусаем, не так важно. Да? Там соль есть или нет, это не так важно. Почему? Потому что ум усы не может почувствовать вкус. Посмотрите разницу. Для кому нужен вкус? Нужно для ума, не для тела. Для тела нужна просто энергия. И чтобы существовать. Это другое. Но энергия чувствует кто? Опять ум. Опять ум. Поэтому... Если действительно посмотреть, откуда появилось наше тело, да, это есть мы сами создали тело. Это мы сами создали тело. Конечно, можно сказать, родители создали. Да. Родители такие верят, что это мои дети, мы
наши дети, это мы создали. Как вы думаете? Сами мы себя создали. Родители были причиной. Родители были причиной, как ахара, как еда. Но родители не могли создать дети. Это просто как? Родители же не знают, что будет, какой ребенок будет. Это мальчик или девочка? Не знает. Или он высокий будет, или низкий будет, умный будет. Какой он будет? Родители не знают. Кто придет, то и придется принимать. Да? А после этого родители начинают любить его. Почему любит? Потому что в первую очередь любовь возникает, это же наш ребенок. Правильно, да? Вот от этого эта любовь все начинается. На самом деле у ребенка есть своя карма, своя, можно сказать, привычки, сансары. Поэтому у него будет совсем другой характер. Другой характер, другой какие-то, другой интерес, другие таланты. Почему? Потому что это другой человек, другое существо. Конечно, мы что-то получаем от родителей. И что мы получаем от родителей? Еду. Нет, кроме еды. Наследственность. Наследственность, там болезни, цвет кожи. Вот это называется закон бидья. Это тоже есть. Допустим, если мы посадили манговый косточку. Да. И будет манго. А так и вот какие наши родители, такие у нас и тело. Некоторые болезни, некоторые привычки. Мы получаем от родителей. Это есть. Но не родители создали это тело. Понимаете? Вот об этом можно подробно думать. Когда вы думаете, у вас мудрость развивается. Вы можете принимать тело просто как тело, это мы используем его. Да? Но оно от причины у вас нет. Но причины создали, можно сказать, мы сами. Это наше невежество, наше карма, наши желания. И еще еды. Вот разные причины. Хорошо. Этот вопрос немного обсуждали. И что есть в теле? Это все каждый человек знает. Но мы не думаем об этом. Мы не думаем. На самом деле, вот буддистами это как практика предлагает, чтобы размышлять, думать. Действительно, тело, в теле что есть? Почему? Потому что мы на самом деле думаем, вот, как будто все целиком тело это как я. Но если мы начинаем его разбирать как части тела, что есть? Органы. Органы есть внутри. Кости, жидкости. Да. 32 части. Да. Разные части. Да, вот, волосы, волосы тела, кожа, зубы, ногти, мясо, вены, органы разные, да, а потом разные жидкости, разные, как это сказать, воздушности. Да. Вот что есть внутри у нас. Внутри у нас. Если мы поставим, представляете, представляете, просто. Почему я вот этого говорю? Вот этого понимания вам дает какое-то освобождение, какое-то радость. Это ни в каком случае нам не, вам не принесет никакого страдания. Это могу гарантировать. Потому что люди боятся так думать, потому что они думают, как это? Так, если я думаю, это как будто я это, себя как это, понесаю, да? Принижаю. Это нехорошо. Так думать нехорошо. Мы должны думать, что я красивый.
и так далее. Ну, мы на самом деле по-другому думать привыкли. Но Будда говорит, открыт реальность и смотрит на него открытым глазом. Это убирает ваши страдания. Это могу гарантию сказать, не боитесь думать так. Не надо бояться думать так. Представляете просто. Да. Вот, поставили разные части тела здесь. И в итоге нас тоже поставили. Сейчас нам предлагают, чтобы выбирать свои части. Мы можем это делать. Вот это наши, мои волосы, да? Вот это мои зубы. Нету. Да, мы как, просто не знаем. Дальше мы не знаем, что у нас внутри есть. Если нам нужно этот, понимать, что у нас внутри, мы идем к доктору, да? Или какие-то исследования делаем. Исследования, как это говорят? И потом узнаем. Результаты анализа, а вот у меня вот это больное, а у меня вот этого нет, а вот этого у меня больше. А почему? Потому что мы не знаем. Но и знаем, что есть части тела. Части тела. А какой части тела мы можем сказать, вот это драгоценность. Вот это очень красивый. Такое есть? На самом деле нет. Действительности такого нет. Поэтому реальности весь, все существа, все наши люди одинаковые. Одинаковые они, каждый человек тело, возник отчасти тела. Поэтому это, не нужно как-то, как это говорит, понизать себя или поставить себя высоком, потому что у каждого человека внутренние вот эти органы, части одинаковые. Допустим, есть действительно очень красивый человек. Ну, упал, ударился нож, кису. А очень вот наша красота, которую мы думаем, это мгновенно мы можем потерять. Ну, вот допустим, кожа красивая, да? А просто какое-то что-то случилось, да, вот верхний час. После этого красота нет. Если поставить кожу на обратному, вообще никакого красота нет. Да? Вот когда мы говорим красиво, да, красиво, мы говорим либо красиво внешний вид, внешнего вот этого, как это говорит. Внешняя красота – это есть цвет, да, вот кожа или волосы и так далее. Либо мы говорим форма красивая. Форма – это благодаря скелет. Если взять скелеты отдельно, они сами себе некрасивые. А если взять скелеты от тела, тело вообще… Там нету никакого формы, ничего не остается. Просто падает. А потом можно взять большой пакет. Потом за нету там голова, руки, ноги, ничего не будет. Вот посмотрите, действительности. Действительность. Ну, короче, тело это есть часть тела. Следующий вопрос. Ну, это тоже немного, вот я коротко. Коротко вам я расскажу. А, допустим, да, и что с ним произойдет? И что будет телу? И стареет, да? Вот, допустим, если взять, он был когда-то клеткой животной матери, потом вырос. Да, вырос, но мы не помним это время. Но мы знаем, мы были такими. Да, мы были такими. А это все, человек не помнит, но каждый человек этого знает, верит. Да, я думаю, нет того человека, который отказывает, что я был у матери в животе. Да? А так, мы каждый человек должен понимать,
И что мы каждый человек и стареет. Да? Если мы живем до 90, какое у нас будет тело, мы дальше не понимать. Мы дальше не понимать. Но вот почему-то мы вот действия наши принимаем это как будто. Но когда мы говорим о старости, это ум не так принимает. Это как будто нам нереально. Это не как будто не, это не наше. Но в действительности что происходит? Каждый день мы стареем. Вот сегодня день уже почти ушел, да, вечер. Да, и значит, вот этот день сам никогда не будет, он ушел. А так каждый день уйдет. Вот каждые слова, которые вы слушаете, оно истесается навсегда. Каждый вдох, каждый выдох – это последний. Саново оно не повторяется. И поэтому тело и стареет. Это реальность. Реальность. Ну да, иногда, когда об этом думаем, да, это грустно. Но если мы об этом вообще не думаем, и тогда будет еще грустнее. Почему? Потому что это у вас будет не ожидание, какие-то подарки, да? И старости, болезни. А когда мы об этом открытыми глазами смотрим, в действительности, мы готовы к этому. Понимаете, да? Поэтому мы должны не понимать, идем к старости. И старость, и что это такое? Это тоже надо понимать. А, нету человека, который уже дошел до старости. Каждый человек идет к старости. Его закончится, когда мы умираем. Понимаете? Да? Поэтому каждый человек в каком-то уровне, мы старые люди. И мы дойдем еще туда. Если действительно смотрит, человеческий жизнь очень короткий. Очень короткий. Поэтому очень быстро все происходит. Очень происходит. Очень быстро все происходит. Поэтому вот, есть очень красивые фразы, вот говорят, нету, как это говорить правильно, старые люди, это есть дети, которые старели. Дети, это есть люди, которые стареют. Ну, или, можно, дети, это есть старики, которые идут к старости. Понимаете, понимаете разницу? Потому что вот каждый старый человек, у него было детство. Детство было, ну, молодость была, которую потеряли. Мы тоже должны этого понимать, почувствовать. Тогда только мы понимаем, что вот этот возраст, это драгоценность, это потеряем мы. Мы должны его использовать. А? Не просто дома сидеть и там о чем-то думать и страдать. А? У нас пока есть силы. Силы, да? У нас пока есть здоровье. Мы можем что-то делать. Вот об этом мы понимаем, когда мы понимаем старость. И старость. Вот когда человек совсем старый, старый, да, вот представляете, себя в таком уровне, это значит весь кошу, коша, да, это, как это сказать? Ну, вы сами знаете, какие вы стали, и спина, тело, зубы, глаз, представляете, вот это и есть старость. Вот это и есть старость. Но не каждый человек дойдет до такой старости, потому что мы можем до этого встретиться и смерти. А когда мы встретимся с ним? Вот это есть наш, как это говорит, конец истории тела. Ну, не совсем конец. В этой жизни.
А это мы можем любой день встретиться. Это может быть в следующем году, это может быть в следующий месяц, в следующей неделе, или завтра, или сегодня. Мы не знаем об этом, это нам загадка. Это тоже нам говорит, что мы должны жить. Мы должны жить, мы не должны потерять дни. Мы должны стараться, мы должны совершить добро. Мы не должны делать зло. Почему? Нам жить осталось немного. Немного. До этого, до смерти, мы встретим еще болезни. Болезни. Какие болезни? Есть люди, здоровые люди, которые не болеют. Как вы думаете? В военкомате. А? Только когда в военкомате проходите комиссии. Ну вот Будда на самом деле говорит, да? Разные болезни описывают. Из головы до стопы, из глаз до кожи. Разные болезни описывают, которые человек может заболеть. А потом говорит, вот когда мы хотим кушать, пить, идти в туалет, это тоже болезни тела, говорит. И значит, нету человека здоровья, который не хочет идти в туалет, не хочет кушать. Да? Потому что, как это, мы, допустим, мы хотим кушать, и что это значит? Баланс уже тело потеряли. Мы должны разу принимать еду, это как будет лекарство. Сейчас нормально опять. Но если не будет еды, допустим, хочу пить, нет воды, вот тогда мы понимаем, это очень серьезные болезни. Вот сейчас надо найти лекарство. Без этого не жить мне. Тогда можно все другие дела оставить и искать воду. Почему? Вот тело такое у нас. Поэтому мы должны этого понимать. Понимаю. Вот болезни. А потом после смерти, и что будет? Тело разлагается. Однако разлагается. Если его оставит, не сожигает, да? Оно разлагается. Вот, и что это значит? Наши внутренние органы, они, как это говорят, разлагаются, поэтому тело опухает. Неприятная история, короче. Потом будут всякие, как это говорит, черви, мухи, насекомые. Да. А потом станет только скелет, оно тоже потом распадет, а потом, в конце концов, мы тело не найдем. Будет там земля. Короче, вот в теле есть твердость соединяется с твердостью, есть жидкость соединяется с жидкостью, температура соединяется с температурой, воздух или воздушность в теле, оно соединяется воздухом, и его не будет. Поэтому после этого мы можем искать «я». Нету там. Нету никакого. Так, если действительно смотреть, да, говорит, ну я не знаю, вот человечество это огромный, как это говорит, время в земле существует. И сколько наши предки умерли, мы не представляем. Да, вот, говорит, 2,5 миллиона. Усы, это как наука говорят, да, 2,5 миллиона лет люди в земле, говорят. Да, вот по буддийскому это бесконечные сансары, да? Когда земля была, когда вот до этого другие земли были, всего равно люди существовали, да, и умерли. Поэтому если висеть любой песок, это есть у кого-то тело. Да, это есть действительность. Да, вода тоже так. Воздух тоже так.
Поэтому вот я, который я говорю, да, вот это мое тело, да, оно потом и станет и с кем-то другим. И сейчас тоже на самом деле, да, вот когда мы говорим я, ну, допустим, я говорю, вот это я. Вот я дыхаю, да, воздухом, а этими питаются мои клетки. Но я когда выдыхаю, вы дыхаете. Когда вы выдыхаете, я дыхаю. Если с нами была собака-кошка, в одном комнате, допустим, весь ночью, да, и собака и стал я и стал собакой. Вот. Если мы говорим «тело я», да, вот таком, куда идет конец-то. Поэтому буддисты говорят, «тело» — это просто элементы. Это просто элементы. И здесь есть разные элементы. Твердость, да, когда мы говорим твердость, мягкость, да, или воздушность, да, текучесть и температура. Вот и что значит «тело». И здесь можно найти я? Нет. Здесь нету найти я. Поэтому вот посмотрите, да, нету здесь найти я, но и сколько и страданий. Сколько и страданий мы думая это я, таскаем это тело, да, ухаживаем с ним. И все, и страдаем. Об этом. Сколько и страданий в этой жизни, если у человека висят свои страдания, да, больше страданий от тела. Да. Ну, вообще, если висят, нету основы, никакого основы нет, и сказать, тело это я. Какой основой вы говорите, что тело это я? Нету у человека основы говорить, тело это я. А есть, наверное, вы как думаете, да, но тело это не я, но мне принадлежит. Как вы думаете? Чужие вещи нельзя сказать свои. Вам придется их отдать обратно. Мы взяли от земля, да, нам придется ему все отдать. Да, у нас вот это сингальском такой праса есть. Вот два человека не может разобрать свою землю, границу земли. Они начинают говорить, ругаться, драться там. И земля и смеется, говорит. Вот они говорят, эта земля мои, другого говорит, это мои, да? Земля и смеется, говорит, вы все мои. Почему? Потому что как люди не понимают. Люди не понимают, если действительно мы думаем, что мне принадлежит телу, это тоже опять глупости. Мы можем действительно как-то управлять. Наше управление в теле – это очень низкий уровень. Допустим, я могу вот двигаться, но то в каком-то порядке. Я не могу, вот, допустим, да, вот, вот в другой сторону двигаться, потому что тело не такой, да? Или я могу и смотреть. Ну, и смотреть я могу, но не смотреть я не могу. Это значит, если поставить глаз открыт, да, и говорит, не смотри, я не могу это делать. Почему? И смотрение произойдет из-за причины. Не могу остановить его. Вот я могу слушать. Это значит, где есть звук, туда могу идти. Либо я могу включить какой-то звук. Но слушание произойдет автоматически. Из-за причины произойдет. Не автоматически, конечно. Да? Из-за причины произойдет. Не могу остановить. А вот так. Вот, в очень низком уровне наше управление есть в теле. Остальные, да, это само собой. Из-за как-то порядку, как это, существует тело. Допустим, мы можем как это, кушать, но как переваривается еда, это не наше дело.
Ми усе как этот, без влияния этому. Мы не можем контролировать. Дальше нас одной волоса мы не можем контролировать. Клетки мы не можем контролировать, кожа не можем контролировать. И что мы можем контролировать? Это только наше движение, то каком-то уровне. Допустим, вам дали машину, ну и сказали вот водить его. Да, вы же не можете сказать, это машина моя. Вы не можете сказать, это я могу машиной владеть. Вы можете его водить, но не владеть. Вот это, как инжин работает, вы не можете контролировать. Если там какая-то чего-то, если не хватает, уже машина не едет. Вот так. Мы можем тело водить. Но тело как работает, это совсем другое дело. Поэтому, если мы говорим, мне принадлежит телу, это вы говорите, тело это есть куча страданий. Вы говорите, я люблю эти страдания, это мои, дайте мне. Ну, вы можете сказать, конечно, так, но это значит, вы любите страдания. Если вы не любите страдания, скажите, это не мои. Но пока я использую, буду аккуратно использовать. Чисто использовать, красиво использовать. Но тело это не мои, это ваши, я отдаю вам обратно. И почему? Потому что это нам не принесет страданий. Когда мы говорим мои, это в конце концов вы сами знаете, да? Каждый день принесет страдания. Вот история тела. Когда человек вот таким образом как-то думает, да, в первую очередь у него уйдет воззрение, тело это я. Понимаете, да? Потому что вот когда мы начинаем практиковать, да, у нас есть вот это воззрение, тело это я. Когда человек вот немного понимает, уйдет вот это. Потом, когда он через практики, через медитацию, через развитие ума, он может увидеть, что тело и ум – это два разные вещи. Но это уже не размышление. Это не просто через мышление какого-то понимания. Это ваше видение. Это другое понимание. Это значит, через медитацию вы можете увидеть, что тело – это просто сидит. Чувствует ум, думает ум, воспринимает ум, вокруг идет, можно везде смотреть, тело просто сидит. Вот тогда у человека появляется понимание, тело один, ум один. Вот тогда в уме ум поднимается другой уровень мудрости. И ум ощущается. Какой-то уровень. И страдания у него уменьшаются. Вот это называется дитти-висудди. Или нам-рупа-паричеда-джнан. Это значит, у него появляется первое понимание. Тело и ум – это разные вещи. Это есть первые мудрости випассаны. Вот посмотрите, да? Вот о чем я этого, почему я этого рассказал. Вы, так как практикующие люди, да, просто когда вы дома наблюдаете тело, думаете о нем. Ну, думаете не как я, как просто тело. Когда вы как этот утром встал, когда вот придет и вам осознанность, просто наблюдаете, просто как тело. Вы можете почувствовать огромные счастья, огромные радости. Почему? Потому что вот когда мы думаем, тело это я, это сколько страданий. Это сколько страданий, когда мы понимаем, действительно, тело это не я. Это просто от причин возникли. Когда причин не станет, он не будет. И пока
Я живой буду использовать. Когда придет и смерть, придется оставить Иисус. И здесь нету ничего приятного, драгоценного. Здесь просто части тела. Части тела. Они возникли из-за элементов. Элементы, они... Для элементов нету красиво, нету некрасиво. Элементы, они все нейтральны. Вот что мы должны понимать. Если висят как части тела, они некрасивы. Если висят как элементы, они нейтральны. Да? Вот что есть тело. Давайте тогда лекцию буду закончить, да, и будем ответить на ваши вопросы. Сады.